Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Freeze and Games, а мы продолжаем с вами джедайскую академию, и свет я пока что временно новую этот выключил. Почему? Потому что не могу найти пока что подходящий ракурс, возможно, здесь все буду переделывать. А во-вторых, самая большая проблема, что у меня просто некуда его включать, сетевого фильтра не хватает. Поэтому пришлось обратиться к Алиэкспрессу и ждать новый сетевой фильтр, собственно говоря. Так что недельки через две, возможно, вернется все... назад. Так, хорошо, что по заданию-то вообще? На данный момент цели не указаны, отлично. То есть мы делаем, что хотим, да? У меня есть молния, у меня есть высасывание. Сказали переназначить кнопочки, да? Способности. Меня интересует что? Меня интересует лечение. Я, наверное, сделаю его на эту кнопку, это на мышке. И, наверное, пока что высасывание, наверное, на эту кнопку. Вот я две такие кнопочки себе сделаю. Главное их не перепутать. Ага, все, хорошо, я понял. То есть ближняя это лечение, вторая это высасывание. Потом посмотрим по силам. Потому что я, честно скажу, я не планирую использовать там 100-500 сил. Я выберу там себе 2-3, самые такие необходимые, и непосредственно их буду юзать. Так, защита нет, скорость нет, толкание, рывок, толчок, рывок, толчок. Давай толчок пусть будет. Толчок вроде поинтереснее, судя по прошлым экспериментам. Так, значит я сюда. Нет, значит я сюда. Нет. А я тогда куда? Ага. Так, Малёха не понял. Тогда вообще ничего не понял. Выпустите меня, пожалуйста. Они не взрываются, да? Нет. О, тихо. Нажмите прыжок, чтобы выйти. Заряды установлены. Good. The Republic is getting complacent. They underestimate. А типа его не надо переводить, да? Они взорвут все сооружение. Нужно остановить обратный отсчет. Чё? Готово. А чё по-английски-то заговорили? Пацаны, здорово. Она некоторые атаки так долго проводит, что охереть не встать. У меня что стоит сейчас? Толкание, рывок. Ага. Ничего удивительного, что я не могу дождаться тайма. Это империя. Это империя, да. Как заряды выглядят, которые я должен... Это что такое? А чё они невидимые? Вы кто такие, пацаны? Не его, а ее. Так, где заряды? Вот этот заряд. Ну, а что ты не отключаешься? Ага. Не понял. Ну, так а... Все? И как? Хорошо, допустим. И это что такое? Да в смысле? Вам нужен ключ безопасности.
Где я его должен искать? Тихо, тихо. А тут можно присесть? Великолепно. Ну, стреляй. Так, а вот и ключик безопасности у меня появился. О, защиту восстанавливаем. Неплохо. Великолепно. Тихо. Ну, я уже мастер акробатических трюков, если что. Опа. Не двигайся. Окей. Бля, ты ж попадаешь, дурачок, что ли? Не двигайся и бьет, значит, меня. Вот это хитрожопое создание, конечно. Вообще-то, когда кого-то берешь в плен, его убивать нельзя. Ну, в смысле, ну как бы, плен, он для этого и плен. Ты или убивай, или бери в плен. Не надо делать и то, и другое. Собака, дикий черт. Ша, я накажу кого-нибудь. Это где? Эй! Пацаны, у меня это высасывание опять не заработало. Хорош. А я не помню, я его прокачал, не прокачал. Вот какие глупые офицеры. В смысле? Ага, тут один ключ на все двери, походу. Опа. Это как-то, наверное, открывается. А если я прям вот так? Ебать! Я понял. А если я сделаю вот так? А, так бы сразу и сказали. Отключайся. Мимо. Да как тебе попасть-то? Это целый квест. На твою ж дивизию. О, все, у меня получилось. Я пошла дальше. Так, F12 это у нас сейф. Опа. Хорошо. А я здесь был. Это же начало. А где-то я тут получаю... да. Я вспомнил, в одно место я тут не зашел. А, подожди, получается не в одно. Окей. Хорошо, еще 4. А это только первое было? А вот те оранжевые я стоял, отключал. Куда? А те оранжевые я отключал, это что за херня была? Так, допустим. И зачем нужен этот лифт? Не, я как бы ничего не хочу сказать, но я хочу спросить. Зачем нужен этот лифт? Абсолютно не ясно. Может, я чего-то, конечно, не вижу? Подожди. Стекло нельзя разбить? Нет, окей. Ладно, хорошо, я помню еще одно местечко, по-моему, куда я не ходил. Здесь пока да.
Это тоже, да, здесь я уже был. Ой, ай-яй. Защита. Ну, типа, больно. Во, я ходил туда, а надо вот сюда. Ага. Ага. Великолепно. Так, и сюда. Во. Понятно. Да в смысле? Великолепно. F12. Здорово, пацаны. Ай, стой. Отлично. Еще три. А где еще три? Так. Зачем эти лифты делать? Что я тут не могу найти, что я тут не вижу? Тут просто серьезно, как бы для чего? Ну, спустился я вниз, и что? Дебилы, блядь. Ну или я дурной, не понял еще. Их же не просто так здесь поставили. Еще три. Понял. А где три? Это кто сказал? Окей. Мне, наверное, послышалось. О, стой, здрасте. А вы откуда здесь взялись? Так, а куда идти-то? А... Подожди, я тут ходил, по-моему, направо. В общем, вроде как налево можно сходить. Эй, я! Где? Ебать! Вы чего творите-то? Совсем сдурели, что ли? Сейчас, подожди. Оу! Ха-ха-ха-ха! Ага! Ага! Блять. Кто? Как они невидимками становятся? Почему я так не умею? Я же типа джедай, у меня силы есть, а он-то кто? Офицер? Опа! Слышал? Не-не-не-не, тебе показалось, бро. Еще две осталось. Да подожди, сейчас найду. Так, ну-ка давай. Оп, хорош. Не зря на диете сидела, фитнес ходила. О, смотри, секретную зону нашли. Красота. Пойдем. Еще сколько? Две. Сейчас мы найдем. Вообще, судя по тому взрыву, должен остаться еще один заряд. Мне кажется, эти дебилы, штурмовики, что-то перепутали. Красный с синим. И один заряд уже рванул. А, это оранжевый, это мне, наверное, бластеры восстанавливают. Патроны в бластере. Блин, точно, так оно, наверное, и есть. Я помню, что оранжевые это восстанавливают патроны, но я не допер, что патроны можно восстанавливать из бочонка. Из бочонка? Ну, ХП, защиту, ладно, я еще могу себе представить. Пивасик из бочонка. Ну, блядь, патроны. Ну, ладно. Так, мне сюда. Воу. Я? Выжили, что ли, оба? Да вы чё?
Пацаны, я только защиту восстановил. Ну вот, вот, буквально 10 секунд назад. Ну что началось-то? Не понял. Че, лифт? Куда? О, да ладно, лифт. Опять вниз. А он будет сегодня ехать? Ага. Давай прокатимся, посмотрим. Или там внизу опять ебаное ничего? Не, смотри. О, хорошо тебе? Поехали. Ну, пойдем последнюю бомбу разбедируем. F12. Прошу прощения, что гундосю. Как говорилось ранее, у меня какое-то осложнение гайморита моего любимого. Вот, и, ну, вот так получается. Ничего пока с этим сделать не могу. Ох ты ж! Я думаю, когда сделаю, то ты услышишь первым об этом, узнаешь. По волнам, офицер едет к нам. Ага. Контрольная точка, допустим. Великолепно. Ну поехали, ты же лифт. А, ты не лифт. А ты лифт. Ты лифт. О, последняя бомба. Тихо, 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 тихо. Чё началось-то? А, в смысле одна? У меня с математикой херово. Где-то я одну пропустил, видимо. Так, ладно, пойдем искать. Но мне явно сюда. Или сюда. Стой, кто идет? Свои? Сколько здесь в бочонке? Бляха, больше 50 защиты. Лучше-то оно лучше. Только как это сделать? Я в этих ваших лабиринтах уже окончательно заблудился. Стой! Я не ту способность. А, толкание, рывок. Иди сюда. А, блядь. В смысле? Я такой хернёй в Fallen Order страдал. Вот там прикольно, там понятно было вот этот толчок, вот это все. Потому что отлетали они там, дай боже. Здесь, возможно, тоже будут отлетать, но надо просто подкачать малеха, да? Так, не, я пока... Ага, а где? Так, я понял. Хорошо. Тихо. А, кстати, мне говорили, молния, типа, в штурмовика прям вообще хорошо. Ну, давай попробуем. Ладно, простительно, он офицер. Собака, дикий тварь. Да, мне сюда. И насрать на мою молнию. Воу, горячо, больно. Хера вас тут, пацаны, откуда вы беретесь? Ну что, клоны, что ли? Ага. Так, я тут защиту себе восстановлю, но мне вроде как не сюда. Подожди, не сюда, мне сюда.
Бляха, попал в меня один раз, вот падла. Зырчу умею. Натя, собака. Эй, что такое, следы чьи-то? Это все задание? Серьезно? Прости, что я так и не добрался до Бакоры, но кажется, ты и сам неплохо справился. Да, есть такая херня. Срочно нужен нам в Академии. Хорошо, возвращаюсь. Мы с Кайлом почувствовали в тебе великий гнев. Ты должен научиться справляться с ним, или он приведет тебя к темной стороне. И что? Я звонил тебе, чтобы сообщить неприятные новости. Звонил? Кто-то копался в моих личных файлах и получил информацию о том, как обращаться с силой и о таких местах, как город облаков, Бит и Хат. Посмотри, что у них есть, кроме этого тура? Что-то странное. Я думаю, что скипетр, который видел Джейден, как-то используется, чтобы лишить силы храм Масаси. Как это возможно? Я не уверен, но из хлонокрона джедаев я узнал, что устройство было создано давно и может накапливать и хранить силу. Люди, которых видел Джейден, могут перехватить силу этим скипетром. Это может быть действительно опасно. И что мы будем делать? Нам придется исследовать все места из моих записей. Корн, вы поедете в Вейланд. Кайл, вы посмотрите в Долине джедаев. Наконец-то! Настоящее действие! Зачем им красть силу? Не знаю. Ты слишком много волнуешься, Джейден. Держу пари, этим ребятам из культа не справиться с джедаем. Мы еще не джедаи, мы только ученики. Вы можете быть просто учениками, но вы твердо стоите на ногах. Не оступитесь. Джейден, я посылаю тебя в Хат. У меня было видение Оби-Вана Кеноби. Там достаточно сильная руда. Что? Рош, что, блядь? Я посылаю тебя на остатки планеты Бит. Это очень далеко, так что я не думаю, что культисты добрались туда. Не задерживайся, там еще могут действовать остатки Империи. Никаких проблем. Вот и все. Да пребудет с вами сила. Какая руда, какой хат? Удачи! Звони, если понадобится помощь. Планета Бит? Там было написано Бис. Ну, как... Так, ладно. Поехали. Хат. Тихо. Не надо мне ваши авторские права. Вы что, охерели? Ну, прилетел я на планету. Ну, хорошо, все видели. Вот чем Диабло лучше Звездных войн? В Диабло нет авторских прав. Что? Ничего. Мастер Скайуокер ошибся в этом месте. А может, ты просто не умеешь пользоваться силой? Какой? Обычной. Наверное, лучше проверить. Наверняка. Я могу покрывать большее расстояние с одной из этих штук. А, ты про эти штуки? Ох, ебать. А как им управлять? Оно ж не поворачивает. А нет, поворачивает. Войска Империи? Здесь? Может быть, мастер Люк не был прав. Кто там? Ну как их убивать-то? Да нет, тут хер попы... Тихо. Вот и все. Это что за херня?
Так, ладно. Хат. Я на хате, если что. Вписка у меня. Ебать. Не советую, бро. Ну ты зря, конечно. Вампа, бляха. Туман, конечно, эффект тумана вообще интересный. Просто пропадают текстуры к хренам. Давай прохилимся маленько. Почему мне не дали силу прокачать? Обычно перед каждым уровнем, типа, можно прокачать, а здесь как бы сказали нет. Кто там? Не двигаться. Так, тихо, мне в каком направлении двигаться? Наверное, в этом. Ой, имперский разведывательный дроид. Твою мать. Подожди. Ага. Кажется, тут никого не было. Наверное, есть другой проход внутрь. Наверное. И где он? Бляха, а тут на хате посложнее уже. Но против дроидов, как я понимаю, имперских разведывательных вот этих против пробок, лучше всего молниями. Эй, ты! Эй, я! Ага, еще одного вижу, тихо. Ага, сейчас, блядь, размечтался. Во-первых, не арестована, а арестована. А во-вторых, хуй тебе. Ты арестован. Не-не-не. Где еще дурочки? Воу, серьезно? Окей. Есть еще враги? Да, не, вроде никого нет. Окей. Шагоходы. Нихера себе, здрасте, приехали. Кто? Кто это сказал? Закрыто. Тихо, подожди. Иди к мамочке. Бляха, он не сдох. Хорошо. Тихо, пацаны. Я свой. Ой, это что, лифт? А что больше прохиливает? Высасывание или... или обычная хилка? Так, подожди. Толчок, рывок давай. Заперто. А, в другом месте. Значит, здесь? А, это лифт. А в каком другом месте? А-а-а. Кто там?
Так, тихо. Как это? Ох ты ж, ёжики. Я что-то явно сделал. Так, 75. А что это я делаю? Я стреляю, что ли, в кого-то? Хер знает, какие-то баллистические ракеты куда-то пустил. Ага. Очень засекреченная зона. Прям секретнее не бывает. Так, ладно, пойдем. Двери открыли. А что ты это поднажимал-то? Блядский лифт. А, подожди. Стой! Мне не сюда. Мне сюда. А, нет, мне туда. Блин. Почему мне здесь силой остановить себя в падении? Ну или смягчить как-то себе падение? Нет, так не работает система. Потому что вот эти падения, они жестко меня так-то... Мне все эти вещи знакомы. Точно? А что у тебя? Хорош. На мой пропуск. Стой, кто где? Идет? Ага. Подожди, сейчас я к тебе приду. Здесь нет ничего? Ага, ничего, конечно же. Хера, они не стоят на месте, они двигаются. Это прикол. И что такое? Прикольно. Прикол. Эй, ты. Эй, я. Подожди, я тут с роботом играюсь. Офигенный малый. Стой. Стою. Так, никого больше нет. Хорошо. Так, давай, 99. Да, я так и думал. И немножко прохил. Кто там? Стой. Кто идет? Да я это все. Да что ж ты такой неумирущий-то? Я туда зашел? Не двигаться. Хера пушечное мясо. Ну, вроде больше никого нет. Наверное, стоит двигаться по Бакенам. Почему? По Бакенам? По Бакенбардам? Каким по Бакенам? Что, что за Бакены? Не знаю, кто-то стреляет. Зачем они охраняют эту свалку? Великолепно. Так, а есть чего? Кого там прохил? Не прохил. О. Бля, я залезть не могу туда. Хотел ведь красиво в прыжке убить. Но не вышло. Коронавирус, блядь. Так, это что у нас тут пусто?
пусто. В каком направлении мне идти? Кто такие бакены? Это вот эти вот то, что светятся, что ли? А нельзя было сказать там сигнальные огни? Куда бежим? А подожди! Ой-ой-ой, вот эту гадость я не люблю. Великолепно. Вон, база Эко. Ага. Он тоже заблокирован. Как они входят? Да я еще даже не дошел, откуда ты знаешь, что он заблокирован. Ты что, женщина? Прекрати. Че ты пищишь? А, видимо, то, что полное. Окей. Так. О каком входе... А, вот это... Нихера себе ворота. Значит, где-то есть другой вход. Найдите в путь на базу Эхо. Сейчас найдем. Секретная зона. Да. Я вообще нахожу все секретное. Хочу, не хочу, а все равно нахожу. Опа. Стоит одиноко. Тихо. Если есть враг, значит он что-то охраняет. Ага. Подожди. Так дела не делаются. Так, а чё эта ебалумба не работает? Как мне на базу Эхо-то попасть? Интересно. Кто это сказал? Ты где? По-моему, я просто кругаля даванул. Нет, а как? Эта херня не стреляет. Здесь вроде нет никакого ни переключателя, ничего такого. Ага. Так, а как? Я, конечно, не против. Да я обратно целиком и полностью пришел. Да ёб твою. Так, погодь. Вот здесь я прошел, здесь я вышел. Здесь я такой красивый, за пулеметом всех расстрелял. Здесь мне сказали идти по бакенам.
что бы это ни значило. Я пошел немного правее, а потом свернул левее. Так, здесь я вышел к пулемету. Ну, естественно. Ебать. Вот оно чё, Михалыч. Фига себе. Тихо-тихо. Узнайте, что остатки имперских сил делают на базе Эхо. Да глубоко в душе не знаю. А не проще взять кого-нибудь в плен и у него узнать? Ну, как бы там, через силу, нет? Стой на месте. Стою. Ты в смотровой был? Да? Нет. А что? Кажется, я что-то слышал. Или показалось? Показалось. Вы это место, и никого лишнего на базе нет. Хорошо. Это чего это? А, это мусор. Так, направо, налево, куда мне идти-то? Эй, ты. Засекреченная зона. Блять, машу мечом, ни в кого попасть не могу, серьезно? Правда, ради и они по мне попасть не могут. Ну ладно. Так, F12, у меня кнопочка есть. И я умею ее нажимать. Не двигаться. Ох ты ж, сука. Ебать! Случайно. Повезло тебе, братан. Это что такое? Просто так? Так, ладно, давай защиту восстанавливать. О, у меня еще и хп покуцано. Ну, хп не страшно, хп-то я могу сделать вот так. И хорошо. Опа! Хрен! Отлично. Не знаю, за что я его, честно скажу. Он же мне угрозы никакой не представлял. Это что, тут большие имперские стиральные машины? Что это такое? И как бы... Здорово, пацаны, я в гости. Замерз, там холодно, пиздец. Так, направо или налево? Давай сюда. Да уйди ты нахер. Я понял. Стой. Не догонишь, не догонишь. Лошара. Ты арестован. Ага. Да где ты? Так, патроны. Да нахер они мне нужны. Мне немножко не хватает разнообразия реплик, если честно. Не
Ебать вас тут, вы чё? Да убей лежачего-то. Или чё, это не по-джедайски убивать лежачих? Мне насрать, я не джедай, мне можно. Стой, кто идёт? Я. Охренеть, их тут просто тысячи. Просто тысячи. Но им же хуже на самом деле. Так, я вниз. Стой, кто идет? Да ёб вашу. Подожди, меч улетел. Ага. Ему световым мечом прилетело в лоб. Даже искры вылетели. И он тут же продолжил дальше меня хера... А в смысле? Меч мне верни, ты что? Хераси, вот это наказание. Надо, чтобы меч обратно возвращался световым этим лезвием вперед. А то он рукояткой вперед возвращается и цепляется за все подряд. Это неудобно. Командный центр Алория. Алора на связи. Мы только что закончили скачивание данных. Повстанцы стерли большинство во время эвакуации. К счастью, компьютер записал их полетную информацию. Это Саб-Зиро? Также мы выяснили траекторию полета. А не, Скорпион. Лидера. Таким образом, нам стало известно, что Скайуокер отправился на Дайгабар. Дайгабар? Подлый джедаишка. Джедаюшка, как мило. Здесь джедаи. Воу-воу-воу. А, на тебя эти хрени работают? Да ладно. Ага. Так, подожди. А подожди ты! Нельзя так делать? Какой он, сука, черт. Скорость, где скорость? Против него надо скорость использовать. По крайней мере, так говорили. Где? А что, это меня сильно назад отбросило? Вроде контрольная точка вот тут рядом была. Бляха. Тихо. Стой. Стою. Ага, F12. Это как-то можно пропустить? Здесь джедаи. Лучше найти Алору. Ну, что-то скорость тут как-то уж слишком имбовая. Прям чересчур. Кто это, блядь? Ах ты ж, сука. Так, ты живое животное? Окей. Бляха, а ты не живое? А я тебя могу прохилить? Нет. Так, и что? Да, повелитель. Дайгабар. Скайуокер не упоминал его в своих записях. Должно быть, он хотел отлично что-то защитить. Отлично, подмастерье. Встречай меня. Должно быть, ты и есть тот смельчак, который пробился через наш охранный периметр? Ага. Неужели у джедаев больше некого посылать на борьбу со злом, кроме таких детишек? И не надейся победить меня. Тихо. Не смешно нихуя. Ха-ха.
хера она что умеет? Жду не дождусь. Так, допустим, почему я так не умею? Начнем с этого. Что смотрите? Что? Что происходит? Это не мое кино, это что? Так, я понял. Выбор дополнительного стиля фехтования. Текущий стиль средний, новый стиль быстрый. Так, подожди, быстрый и эффективно, но на ближней дистанции. Короткие быстрые движения позволяют наносить множество ударов, правда с минимальной силой. Этот стиль дает бесконечное число связок и комбинаций выпадов. Он использует защитную стойку, в которых джедай в позиции готовности держит меч перед собой горизонтально, что дает возможность парировать выпады противника или сделать молниеносный выпад. Обозначается синей полоской в правой части верхний индикатор. Сильный, использует мощные удары, пробивающую защиту. Этот стиль объединяет силу и большой радиус действия, но при этом джедай зачастую открывается для контратаки. Стиль использует прочную атакующую стойку, в которой джедай высоко поднимает меч, готовясь сделать мощный рубящий удар. Обозначается красной полоской в правой части. Не, давай быстрый. Хочу быстрый. Мастер Скайуокер и мастер Катарн уехали из академии. Мне поручили дать вам список возможных заданий. Это C-3PO говорит? У него не такой голос. Вот оно. Так, захват криминального авторитета на Корусанте. Ну, поехали. Виджун, ты сможешь без проблем справиться с этим. Таких мелких тварей можно испугать одним видом светового меча. Так, ладушки. Высасывание. Джедай может высасывать жизнь существа и забирать ее себе при непосредственном физическом контакте или с безопасного расстояния. На расстоянии жизнь может забираться у нескольких людей сразу. Вот это круто. Ой, у меня все обилки, смотри, прокачались по два. Неплохо. Так, давай таким образом поступим. Москву. Хочу. Вот это прям хочу-хочу. Ты ж базука, ебать ее. И почему он меня Виджун назвал, если я Джейден? Ты думаешь, что можешь вот так просто прийти сюда и разделаться со мной, джедай? Это кто? А можно как-то ракурс другой? Я хотел его на превьюшку, а хотя не надо. Ладно, хорошо, давай мы на сим заканчивать. Продолжим уже в следующей серии, поэтому если интересненько, то обязательно подписывайся, жду тебя в комментариях, ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман, и да пребудет с нами сила.